приветствую зубов, родителей, друзей на торжественной выдаче аттестатов 11 класса. И прежде чем мы с вами перейдем к торжественной выдаче аттестатов, у нас есть традиция школы «Путь к успеху». Это финальная песня. Эти все медали настоящие, все реальные, и вы реально заслужили, и это действительно 4 серебряные, 2 золотые, вы большие молодцы, вы много вложили силы, вы и ваши родители. Дорогие ребята, уважаемые родители, пролетели школьные года, впереди взрослая самостоятельная жизнь. Я уверена, что какую бы дорогу вы ни выбрали, вы все равно останетесь теми добрыми, открытыми, честными, порядочными людьми, которыми вы являетесь сейчас. Мы всегда рады, наши двери открыты, ну, в добрый путь. Сегодня у вас такой день, который, знаете, как на границе. Сзади остается детство, впереди начинается взрослая жизнь. Дорогие учителя, вы поддерживали нас, помогали нам, дарили нам знания, веру в себя. Я безумно вам благодарна и думаю, ребята разделяют эту благодарность вместе со мной.